Всем привет! С вами Таня Витторий. Давайте поговорим о странных русских выражениях. Да нет, наверное. Да – это утверждение. Нет – это отрицание. Да нет – это неуверенное отрицание. Да нет, наверное. Это выражение надо знать при общении с русскими людьми. Основное значение этого выражения – я не уверен, но думаю, нет. Русские люди могут ответить вам так в разных случаях. Да нет, наверное. Отрицательный ответ, но неуверенный. Да нет, наверное. Я не знаю. Да нет, наверное. Я не знаю точно. Да нет, наверное. Я предполагаю, что нет. Да нет, наверное. Нет. Пожалуй. Да нет, наверное. Скорее нет, чем да. Читайте диалог. Ты будешь пить чай? Да нет, наверное. Если человек так ответил, то он не уверен в своем ответе. Поэтому вы можете убедить человека сделать то, о чем вы говорили. Просто скажите: ну давай, немножко, за компанию. Читайте диалоги. Ты придешь ко мне завтра? Да нет, наверное. Если вы так ответите, вас поймут. Вы хотите, но у вас не получится, наверное, прийти. Ты придешь ко мне завтра? Да, приду, наверное. При таком ответе вас могут неправильно понять и даже обидеться. Подумают, что вы не хотите приходить. Неконкретный ответ в русском языке. Выражение «нет». Я, конечно, с тобой согласна, обозначает «я согласна, но не уверена в этом». Русское выражение позволяет уйти от прямого ответа.
Выражение. Ты знаешь, я не знаю. Русские люди используют, когда не хотят прямо и честно отвечать на вопрос. Лена, ты можешь одолжить мне денег? Ты знаешь, я не знаю. Запомните русские выражения. Да нет, наверное. Нет, я, конечно, с тобой согласен. Ты знаешь, я не знаю.